Ну что ж, запишу обзор очередной проекта, в котором я участвую. Все они без вложений, то есть никаких денег не нужно. Зарегистрировались. Каждый час получаете монетки. Вот здесь они приходят. Исходя из уровня, на котором вы находитесь, вам приходит определенное количество. На данный момент BNB Peak я нахожусь на уровне Iron, железо. Приходит 150 монет. Ну и по рефералке, конечно, да, тут немного приходит. Зайду, сейчас заберу. Нажимаем claim, и монеты перелетели на основной баланс. Все эти проекты находятся на сайте «Каждый может». Сайт в описании. Заходите, если у кого есть вопросы, как вообще здесь все происходит. Задавайте, пишите, спрашивайте, отвечу. Итак, я нахожусь на уровне Iron, приходит 150 BNB. Очень хочу поскорее, не знаю, месяц-два достигнуть уровня Gold, и там уже выплаты будут поинтереснее. То есть можно уже и играть, и как бы нормально выводить, зарабатывать. Следующий у меня Solana. На Solana я также на уровне Iron, 50% пройдено. Как бы бронза тоже слабенькая, по 20 тысяч сатоши будет приходить Solana. Мало, да, как бы. А дальше уже Silver уже в 3 раза больше, 60 тысяч. Ну и Gold, соответственно, 250 тысяч. То, куда я стремлюсь. Не знаю, получится ли за этот месяц дойти до этого уровня, но очень хочу. На данный момент приходит 10 тысяч токенов. Уже как бы полегче. Ну и плюс немного с рефералки приходит. Это очень помогает. 60 тысяч, кстати, накопилось. 11 человек есть. Да. Люди, которые участвуют, прекрасно понимают, что тут халява. Монеты приходят каждый час. Все, что вам нужно, играть на них. И все. Поиграем в конце. Так, доги. Доги коин. Уровень сильвер, двигаюсь к голду. Вот это уже, конечно, поинтереснее. То есть это уже, скажем так, хорошая такая позиция. Сейчас гляну, скопилось ли что-нибудь в партнерке. Да, 625 тысяч. Сразу на баланс все перелетает. Кстати, кому интересны выплаты, вот они выплаты. Их у меня немного было пока, 7,75, да? Но, тем не менее, как бы двигаюсь. 11%. Вероятнее всего, ролики буду записывать каждый день и дописывать буду, какое количество процентов, исходя из следующего дня, ну, вернее, протяжении суток, добавилось. То есть, мой рост, мои достижения. Так, это у нас трон. На троне я также на сильвере, как и на доге. Приходит 60 тысяч монет. До голда двигаюсь. Голд это, конечно, вообще интересно. Ну, понятно, платинум тут уже как бы 1 ТРХ в час. Даймонд это уже 5 ТРХ в час. Мастер 30 ТРХ в час. Это, конечно, да, здорово. Ну, присоединяйтесь, партнеры. Легче двигаться. Как бы приглашайте, и вы все здесь бесплатно, все на халяву. Все очень здорово. 14% уровня пройдено, нужно 50 тысяч. Не знаю, за этот месяц смогу ли я успею все закончить. Но, тем не менее, Silver радует. Так, дальше у нас Lightpeak. На Lightpeak я уже тоже на Silver. То есть, три проекта, которые я вывел на Silver спустя 3 месяца кропотливой работы. Начиналось с 250 сатоши лайткоина. Да, вот приходили, сейчас приходит 3000 каждый час. Следующий кол 12,5 тысяч, как бы нормально. Так, да, кстати, вот на троне выводил я выплаты. Выплаты можно глянуть. А вот они, выплаты с трона. Это все наиграно с бесплатки, поэтому смотрите, обратите внимание, как это все работает, как выглядит. Да? Чем больше играете, выше повышаете уровень, тем больше вам приходит. Так, Light King тоже такая нормальная платформа. Очень мне она нравится. Если зайти во всри спины, можно увидеть, что у меня уровень бронза. Двигаюсь к сильверу. Так, 8 минут до сбора монет. Посмотрим, есть ли что-то у партнеров. Скопили ли ребята? Нет, ничего не скопили. Но, тем не менее, как бы по выплатам видно, что с партнерки приходит нормально. Так, фри спины. Уровни. Сейчас приходит мне до 4000 сатоши лайткоина. Следующий уровень будет приходить до 15 тысяч. Голд 50, ну как бы нормально, да, вообще. А вот обратите внимание, крайний уровень мастер. Один лайткоин в час. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Как же это много. Кто в курсе, сколько стоит лайткоин, поулыбайтесь про себя. Присоединяйтесь к проекту, никто ни за что не платит. Монеты приходят бесплатно, вы просто играете в игрушки. Вот 35 491 у меня на счету. Во фриспинах видно, что у меня 18%. Ну, как бы много я сейчас не пройду, да. Вот сейчас зайду в игры. Блин, зашел в игры. Games. Ну и зайду в кубики. Кроме кубиков я больше нигде не двигаюсь. Могу поставить на автомате, как это я иногда делал, да, автомат. Так, 150. И начали колбасить. Все, видно, что монеты прибавляются. 35 570, 35 600, 35 600, 700. Да? 35-800. Можно еще и вручную поиграть. Для этого отключаем авто. Ставочку надо пожирнее сделать. Сейчас попробую косаря 2 хотя бы вырвать. Не вырвал. Ты что меня будешь делать? 38. 41. Так, ну, наверное, можно снизить немножко. А теперь поменять стороны. Вот так вот я сделаю. Делает меня понемногу, да? Так, 47, 49, полтинники выхожу. Есть 51. Ну, как бы вот такой вот принцип игры. Даже как, скажем так, в других. Трон, да, допустим, можно сделать то же самое. То же самое можно сделать на автомате, пожалуйста. Автомат немного добавить. Так, добавить 160, пусть будет. И поехали. 208, 213, 215, 216. 200, давай 20. Ай-яй-яй, как я протупил. Надо было автомат отключить. А я этого не сделал. Поставлю на максимум. Все, откатал трон. Ну, по крайней мере, повысил уровень. Не шибко, не сильно. 14%. Вот. Ну, через 5 минут придут еще монеты. Можно колбасить дальше. Так что присоединяйтесь, зарабатываем без вложений. Никаких денег не нужно, зарегистрировались, каждый час приходят монеты, играете, повышаете уровень. Чем выше уровень, тем больше монет приходит. Достигнув крайнего уровня, у вас будет пассивный заработок. Каждый час будет приходить минимум 2 доллара. Максимум в Лайткинге будет приходить 1 лайткоин в час. Просто жесть. Всем спасибо, присоединяйтесь, пишите комментарии. Всем пока.